Բարևձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասին եմ։ Տաղավարում այսօր մեր հյուրն է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Բարևձեզ, պարոն Իսկանդարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարևձեզ։ Ակնհայտ է, որ ստեղծված ծանր իրավիճակում ճգնաժամ է ոչ միայն իշխանության գլխում, մտքում, գործողություններում, այլ նաև այսպես հավաքական ընդդիմության, այսպես ասեմ, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, էական չէ, ճգնաժամ է չգիտեմ, քաղաքական էլիտայի շրջանակներում, մտավորականների, հասարակական գործիչների, մշակույթի գործիչների եւ այլն, որովհետեւ այս իրավիճակում պիտի որ մենք ունենայինք գոնե լիքը հրապարակներ, բազմաթիվ հարցադրումներ, այս կրավորական կեցվածքին կապ բացատրություն, ինչու է այսպես, ինչու է ապատիկ միջավայրը։ Վաղուց ձեր մոտ չեմ եղել, ինչպես միշտ ես ներողություն կխնդրեմ հեռուստադիտողներից ու կանցնեմ русалины. Телега стоит впереди лошади. Это не кризис только элит. И тем более это не кризис только правящих элит. Это вообще элиты почти никогда не бывают причиной, они бывают результатом ситуации. Трудно представить себе, чтобы условно, при всем уважении ко всем странам мира, чтобы в Зимбабве были элиты, как в Швейцарии. Чтобы все вокруг было бы прекрасно в Швейцарии, все было бы шикарно, а элиты были бы ужасающие, и они бы, я не знаю, стреляли бы в людей или стреляли бы друг в друга. Так, в общем, не бывает. Чтобы все ужасно было в той же самой Зимбабве, чтобы все было отвратительно, экономика была отвратительной и так далее, а элиты были бы потрясающие, образованные, моральные, квалифицированные и так далее. Так не бывает. Кризис в Армении, он вообще политический, он касается не только правящих элит, он касается оппозиции. У нас восстановилась та структура, которая была до 18 года, до революции. То есть власть со слабой социальной легитимностью и разрозненная и слаболегитимная оппозиция. То есть люди не доверяют, на самом деле, всей политической системе. По этому поводу есть и социология, но даже без социологии это видно по качеству дискурсов, по тому, каким образом люди участвуют в политике. Да, участвовать в политике для этого уже не обязательно сидеть в кабинете. Для этого можно, например, выходить на митинги, участвовать в дискуссиях и так далее. Мы видим качество дискуссий, мы видим количество людей на митингах, мы видим тут те программы, если это так можно назвать, которые выдвигают и оппозиция, и правящие элиты. Мы видим, что все эти программы негативные, они про то, кто плохой. Если власть говорит, что мы должны оставаться, потому что если нас не будет, то придут прежние, нахкиннель, и поэтому нас надо сохранять, что бы там ни происходило, потому что прежние – это ужасно. А оппозиция говорят, что причина всех бед в том, что плохи 100 человек, или 200 человек, или 10 человек, неважно. То есть опять проблема упирается в то, что вот 100 человек убери, приведи 100, другие 100 человек, и наступит рай земной. Какой рай земной, нам не говорят. А вот если эти 100 человек устранить, что произойдет? Алиев уведет войска обратно, русские улетят обратно в Россию, там, я не знаю, все проблемы улетучатся, Карабах, воскреснут те люди, которые погибли в войну и так далее. Где позитивные программы? А если нет позитивных программ, то будет апатия. Потому что нормальный человек, простой нормальный человек, который смотрит телевизор, читает сайты, газеты, я не знаю, если кто-то сейчас читает газеты, смотрит там YouTube и так далее, он не видит варианта, а если он не видит варианта, то он поступает так же, как он поступал в 2013 году, в 2012, в 2017 году и так далее. То есть, ну, да, если все равно, то ну, я пойду проголосую за того, за кого мне сказали, или как меня уговорили и так далее. Это явление, которое, то есть базис этого явления, это вот этот самый социальный пессимизм, и это не то, что про каких-то людей, что заменить людей у нас меняли уже не один раз, на самом деле, ну вот последний раз заменили их в 2018 году. Помните, каков был посыл, лозунг главный революции. Мержи Сержин, отвергни Сержа. Что это означает? Дело же не в личности. Дело в том, что устранение личности видится как способ решения проблем. Устранили Сержа. Нету теперь Сержа. И что? Просто, это очень известный тезис. Вы знаете, ответ на этот вопрос очень простой и очень сложный одновременно. Очень просто это сказать. И после этого начнут ругать и агрессивно по твоему поводу высказываться. Очень непросто сделать. Сказать легко, мы все. Нет политики, которая строится без социального одобрения этой политики, даже в диктаторских режимах. Никакой Сталин один не сажал все десятки миллионов людей и не убивал, и не расстреливал сам. Это делали другие люди. Есть знаменитый вопрос Довлатова, писателя и нашего соотечественника, который говорил: хорошо, виноват Сталин, кто написал 4 миллиона доносов? Ни один Гитлер не засовывал каждого отдельного еврея в печку. Это делали другие люди. И газом газ не включал один Гитлер. Ни один, никто, никогда. Да? Чрезвычайно высокая популярность, которая была у Пашиняна и его соратников в 2018 году, она должна была кончиться. Она должна была пройти. А когда у тебя кроме этой популярности другого инструментария для того, чтобы действовать, нет, ты придешь к стандартной армянской ситуации. Люди здесь не любят власть примерно с 92-го года. Сколько уже? 40-30 лет. Для того, чтобы это изменилось, нужно другой тип голосования. Нужно, чтобы люди голосовали, думая не желудком, не сердцем, не какими-то другими частями, извиняюсь, организма, а мозгом. Рациональное голосование называется. Нужно, чтобы люди принимали участие в политике осознанно. Нужно, чтобы люди выбирали не хороших, добрых, честных, я не знаю, образованных и так далее, а людей, которые способны управлять. Нужно, чтобы людям предъявляли какие-то программы, чтобы люди видели, зачем они выбирают. Это все сложно, это долго, это нужно организовывать, это нужно понимать. Для этого, к сожалению, нужно много времени и много работы. Ну, конечно, у меня работа такая. Чего я только не смотрю, я не представляю. Месседж, который я взял. Нет, я смотрел то, что я смогу оттуда увидеть. Грубо говоря, то, что направлено на меня. Я не говорю, что это желание Пашиняна направлять эту информацию на меня, да, но то, что направлено на меня. Эта конференция показатель очень глубокого кризиса. Кризиса, в котором власть не может определиться, не может понимать, что ей делать. Это не обвинение с моей стороны. Точнее, это не... Я говорю не для того, чтобы сказать, что они плохие, потому что кризис правда очень серьезный, и что делать, это очень серьезная задача. Но видно, что она не решена. Видно, что работа над этой задачей, как минимум, не очень удачная. Видно, что тезисы противоречат друг другу. Ситуация сложная, это видно не только по тому, что говорится, это видно по тому, что делается. Видно, что нет определенности и не очень хорошо с ответственностью за то, что происходит. Это результат, повторюсь, это не результат того, что личность та или другая. Это результат реально очень сложной ситуации. Мы в очень глубоком кризисе. И это видно из выступления Пашиняна. Հիմնական շեշտադրումները կամ մեղադրանքները ուղղված էին Ռուսաստանի Դաշնությանը, այսպիսի հորդորոշ կար նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը պիտի դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին. Կար մեղադրանք ավելի պակաս թերևս քան Ռուսաստանի Դաշնության ուղղված Ադրբեջանին, կար որոշակի այսպես ակնկալիք Արցախից, որ Արցախը պիտի գործի նաև, Պարզասած բոլորին ուղված ինչ-որ բաներ, բայց ոչ իրենց իշխանության, այսինքն իրենք ինչ են ասում, ասում են մենք կարող ենք տալ փող, փող ենք տալիս Արցախին եւ այսքանով վերջ. Совершенно не важно, кто виноват в этом смысле. То есть сидеть и говорить, что виноваты в наших бедах те, другие или эти, это довольно бессмысленное занятие. Я должен огорчить население Республики Армения, или наших зрителей, или кого угодно. У меня для вас, любимое население Республики Армения, нет другой России. Вот она вот такая. Другого Азербайджана у меня для вас нет, другой Турции, другого Запада, другого Мичазгайн Харучуна, другой Организации Объединенных Наций и так далее. У меня нет. Мыслить категориями «кто прав, кто виноват» довольно бессмысленно, если ты находишься во власти, потому что у тебя другая задача. Задача скинуть с себя ответственность и сказать «виноват кто-то», она приводит к тому, что не решается проблема. А проблему надо решать в том окружении, которое существует. Мы не в Латинской Америке, у стран Латинской Америки свои проблемы. Мы не в Африке, мы не в Люксембурге находимся там, и так далее, и так далее. Ясно, что тут говорить. Идея в чем? Моя идея, не идея Пашиняна, по крайней мере, из этого интервью. Хотя у него тоже были такие ноты, на самом деле, и это ноты разумные. Слово «союзник» иногда, точнее, почти всегда в Армении понимается методологически неправильно. Союзник – это не брат, не сын. И вообще это очень часто вообще выражается в таких, извиняюсь за мудреное слово, антропоморфных терминах, то есть в терминах родства человека. Он тебе брат, он тебе мама, он тебе папа, жена или наоборот враг и так далее. Нет, так не бывает. Союзник – это та страна или тот актор, международная, это может быть не страна, а какая-то международная организация, у которой в данный момент совпадают с тобой интересы в данном формате. Да. В тот момент, когда они совпадают, этот союзник действует с тобой в унисон. Страны, у которых совпадают интересы на 100%, всегда не существуют в мире и не может быть, методологически не может быть. Не могут у двух разных стран быть совершенно одни и те же интересы, хотя бы потому, что это две разные страны. У них географии разные, у них расположение разное, население разное, там и так далее, усилия, там, возможности и прочее. Соответственно, в том режиме, который есть, нужно пытаться работать со всеми, с кем возможно работать. У нас эти возможности не очень широкие, скажем так. Ну, работают, конечно, но ультиматумы, обиды и разборки того, кто виноват, да еще в публичном поле, они не то что вредны, все понимают на самом деле вокруг Армении. Ну что вы думаете в Брюсселе? Я довольно много путешествую, довольно много по работе. И довольно много общаюсь со своими коллегами. А мои коллеги – это люди, которые напрямую дают советы своим правительствам, международным организациям и так далее. Это такое профессиональное сообщество. И в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и где угодно. Все всем понятно. Можно ли таким образом что-то изменить? Можно ли вообще в мировой политике менять что-то ультиматумами? Можно, если у тебя есть сила. Если у тебя нет силы, то изменить какими-то ультимативными заявлениями не очень получается. Ну, вот смотрите, да, Армения отказалась участвовать, точнее, принимать, да, учения. Во-первых, ну, одно из двух, да, либо мы ищем защиты в лице Российской Федерации, мы одновременно, да, мы ее обвиняем и мы требуем от нее защиты. Если мы ищем защиты там, то хорошо бы ее привлекать, а не отторгать. Второе, если она отторгается, хорошо бы иметь обоснование это и возможность этим каким-то образом воспользоваться. Да? В прошлом году Кыргызстан сделал то же самое. отказался от участия в учениях, которые проводил ОДКБ. Там еще веселее, потому что это было результатом примерно такого же, что у нас феномена. Там была кыргызско-таджикская, ну, такая пограничная мини-война, да, столкновения там были на этой границе. И Кыргызстан обиделся и не принимал участия в этих учениях. Что изменилось? Ничего. Таким образом, изменить политическое поведение Российской Федерации невозможно, потому что Российская Федерация свое политическое поведение определяет не дискурсами на вот в странах, которые, с которыми у нее есть какие-то взаимоотношения, а совсем другими вещами. И в этом контексте, ну, работать надо. Это сложно, это очень непросто. Ситуация, правда. Еще раз повторюсь, да, правда, я очень прошу не понимать меня как вот обычного вот этого вот одного из 3 миллионов армянских политологов, которые говорят категориями моральными. Морализаторство, этому должны учить на первых курсах факультетов, в бакалавриате. Морализаторство в науке исключено. В тот момент, когда ты начинаешь говорить морализаторскими терминами, ты перестаешь быть ученым. Соответственно, нужно работать в той конструкции, которая у нас есть, другой нет и не будет. А таким образом, я не думаю, что у нас чего-нибудь добиться серьезного. Այսպիսի տրամադրություններ իշխում մի մասը ռուսամետ դիրքորոշում ունի եւ ամեն կերպ փորձում է արդարացնել Ռուսաստանի դիրքորոշումը, իդեմս նաեւ խորհրդարանական ընդդիմության, որը այսպես ամեն կերպ փորձում է փրկել, այսպես ասած, Ռուսաստանի դեմք, անհասկանալի ինչու, մյուս մասը փորձում է հակառուսական քաղաքականություն է վարում, չգիտեմ, այդտեղ բազային են շրջափակում կամ կան արտախորհրդանական ուժեր, ովքեր պնդում են, որ եթե Հայաստանը այսպես դեմարշ է հայտարարում, դուրս է գալիս հապկից, առհասարակ ռուսական ազդեցությունից, միայն այդ դեպքում արևմուտքի կողմից, արևմուտքի Եվրոպայի կողմից կստանա լիակատար աջակցություն, ճիշտ այնպես ինչպես Ուկրաինայի պարագայում եւ այլն։ Եվ այս երկու դիսկուրսն է գերիշխում մերզ մոտ, եւ չկա երրորդ ուղությունը, չկա այլ կարծիք, արևմտամետների եւ ռուսամետների բախում ունեն։ Цели у людей, о которых вы рассказываете, чаще всего политические, а не политологические. Я политолог, а не политик. Отличается политолог от политика, в частности, тем, что политику надо людям нравиться, ему нужно, чтобы его любили. И поэтому он должен говорить некоторые вещи, которые популярны, или создавать некий фундамент для популярности. Да? И в этом смысле почти про любого из людей не буду, слава богу, вы не называли фамилии, я тоже не буду называть фамилии, но почти про любого из говорящих голов в Армении, если вы меня заранее спросите, что этот человек скажет послезавтра про события, которые случится завтра, я вам заранее об этом скажу. Тот, кто чем отличается, тот человек, который всегда будет говорить, что виновата Россия, от человека, который говорит всегда, что виноват Запад, причина в этом, их отличий не в Западе и не в России, а в них. Поэтому заранее понятно, любую фамилию, господин X будет говорить, что вот виновата Россия, господин Y будет говорить, что виноват Запад. Это политический дискурс, и он имеет отношение к внутренней политике Армении. Подавляющее большинство, почти все, говорящие о России, что она плохая или что она хорошая, не понимают России и, в общем, не особо интересуются. Это что, говорят специалисты по России? Нет у нас в стране специалистов по России. Поразительный, между прочим, факт. Подавляющее большинство людей, которые говорят о том, что Европа нас спасет, или наоборот, что Европа плохая, она нас погубит, не понимают, что такое Европа и каким образом там принимаются решения соответствующего образа. Если бы они понимали, они бы такого не говорили. Я политолог, мне не нужно, чтобы меня любили, у меня совершенно другая задача. Меня не избирают, слава богу, и этой проблемы у меня нет, этой задачи у меня нет. Соответственно, моя задача – оценивать реальность. Если врач будет говорить, что я за печень, но против почек, Он перестанет быть врачом в тот момент, когда он это скажет. Если он скажет, что я не знаю, насморк лечить буду, а сифилис ни в коем случае, потому что он мне не нравится, он не будет врачом, не правда ли? Физик, который скажет, что я пропротонный и антинейтронный, он перестает быть физиком в силу того, что он скажет эту фразу. У меня, позвольте, договорю, да, только что вот буквально я говорил с некой девушкой, студенткой, и эта девушка мне сказала, как я очень хочу, чтобы вместо русских в Карабахе безопасность населения Арцаха, армян, осуществляли бы голландцы. Голландцы, она сказала. Я спросил ее, почему. Это был очень интересный, это получилось что-то вроде мини, это очень маленький разговор, длился очень коротко, что-то вроде эксперимента, да, она не смогла, потому что они красивые, потому что они по-голландски разговаривают, потому что они высокие, это все способствует безопасности жителей Нагорного Карабаха. Вот они лучше будут, что они автомат лучше держат, или этот автомат лучше, или они лучше выполняют обещания, а где и когда голландцы лучше выполнили это обещание, и что вы про это знаете. Выяснилось, что девушка ничего не знает, что-то, наверное, пришло к ней в голову в связи с этим, я надеюсь, по крайней мере. Но это, понимаете, это из области чувств. Спрашивала она меня, а что бы я предложил, не знаю, надо, если есть реальная возможность, что эти самые миротворцы из Эфиопии свои обязанности будут выполнять лучше, чем русские, и это возможно их заменить, и сделать это быстро, и это будет эффективно, я двумя руками буду за этих миротворцев хоть из Парагвая выступать. Реально ли это? И так далее. Да? Соответственно, это все политические дискурсы. Политические дискурсы касаются тех людей, которые это говорят. В науке это называется малоприличным словом пресуппозиция. То есть у них позиция заранее определена, решение заранее есть. Кто прав, кто виноват, кто плохой, кто хороший там, и так далее. Если в этой парадигме действовать, будет плохо. Պարոն Իսկանդարյան, հասկանանք մեզ համար, գուցե կամ ժամանակն է, կամ գուցե ուշացել ենք, չգիտեմ, մենք, մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը ուզում է ունենալ ինքնիշխան սուվերեն պետություն, թե մենք շարունակելու ենք տիրոջ փնտրտուքները եւ երկրորդ այսպես զուգորդող հարցը մենք ուզում ենք պահել Արցախը, թե Արցախը այնուամենայնիվ բեր ենք համարել տարիներ շարունակ եւ հիմա եկել է պահը իդեմս Փաշինյանի այս հարցը լուծելու. Ну, смотрите, это два вопроса, а не один. Во-первых, и два ответа. Во-первых, кто такие мы? Меньк, вы говорите. Да, ну, по-разному. Есть разные группы людей, которые по-разному представляют себе реальность. Чтобы Армения была независимой страной, да, большинство населения Армении, наверное, этого хочет. Я помню, я старый, я помню время, когда это было не так. Когда эти дискуссии начались в 1988 году, были люди, которые этого хотели, а были, которые нет. И тех, которые нет, поначалу было, ну, тогда не было социологии нормальной, но, наверное, их было больше, чем тех, которые хотели. Люди боялись, что в этой ситуации будут всякие опасности и так далее. И оно было уже в 1991 году, а я говорю о том, что начиная с 1988, с февраля было. Да? Как мы же помним все это, Ленин, партия Горбачев, передайте нам Нагорный Карабах в составе Советского Союза и так далее, и так далее. Что это было? Это было попытка воспользоваться теми возможностями, которые дает пребывание в составе Советского Союза. Не получилось и не могло, мне кажется, получиться, но неважно, было это. Сейчас укрепилось. Люди, которые родились уже после всех этих событий, это поколение независимости. Это улицы, это люди, для которых независимость естественное состояние, и они хотят, что они остались. Но искать покровителя, да, ищут, да. Все эти разговоры, все вопросы, которые всегда мне задают журналисты, это про то, кто нас придет и спасет. Запад нас спасет, Россия нас спасет, Иран нас спасет, теперь Франция нас спасет, я не знаю, кто нас спасет, и так далее, и так далее. Это показатель такого младенчества. Это показатель, все эти показатели, знаете, детства политической мысли. Все эти разговоры о международных организациях, о том, что для того, чтобы сделать дело, чтобы сохранить, например, ЦА, нужно правильно написать заявление. Оно есть в ОДКБ, оно или в ООН, это не важно, или там не знаю кого. Правильно, если оно будет грамматически правильно написано, то тогда будет. Что это означает? Ребеночек встанет на табуретку и хорошо прочтет стишок взрослым дядям и тетям. И если он этот стишок прочтет хорошо, то ему дадут конфетку. Если плохо, то ему будет очень неловко. Нету мамы, которая даст конфетку. В тот момент, когда общество осознает, что мамы нету, что конфетку придется зарабатывать себе самим, что, может быть, где-то есть какие-то дяди или тети, которые захотят тебе что-то дать за то, что ты им принесешь, там, я не знаю, что-то сможешь для них сделать, а не потому, что ты хорошо прочтешь стихотворение. Нету этой концепции вообще. Никакая организация Объединенных Наций, ЕС, ОДКБ, иногда говорят, ЕС нам поможет, вообще какой-то НАТО, я не знаю что. Нету этой перспективы вообще. В тот момент, когда общество начнет это массово понимать, это будет шаг к тому, чтобы, например, изменить внутриполитическую ситуацию. И чтобы вот эти самые вот люди, которые говорят в телевизорах, чтобы они заговорили по-другому, да, или другие люди стали говорить. Я вижу элементы появления этого, вижу, но пока мало, я не думаю, что это очень быстро родится, это не может рождаться очень быстро, это такая культура должна выработаться. Ինչ անելիք ունի Արցախը, ասում են Հայաստանի իշխանությունները, որ իրենք պիտի փորձեն խոսել, պիտի իրենք սկսեն խոսել. Ադրբեջանը չի ցանկանում խոսել, Ադրբեջանը ունի պահանջներ, օրինակ Ռուբեն Վարտանյանի ներկայությունը Արցախում, նրանք վիճելի են համարում առհասարակ Արցախը կարող է արդյոք ստեղծված իրավիճակում ինքը գտնել լուծումներ, թե սա անհետ Про Рубена Вартаняна азербайджанцы говорят, если бы там вместо Рубена Вартаняна был бы Вартан Рубенян, они говорили бы то же самое. Это некий способ давления на Арцах с тем, чтобы добиться целей, которых они хотят добиться. Давление оказывается и на Арцах, и на нас по разным направлениям. Это давление военное, прямые эскалации, это давление вот блокадой. Все время говорят о том, что блокаде подвергается Арцах. Блокаде подвергается Армения тоже. Уже 30 с лишним лет со стороны Азербайджана и Турции. Другое дело, что у Армении есть выходы, есть Иран, есть Грузия, через которую можно преодолевать эту проблему. Ну вот Азербайджан хочет, чтобы Ирана не было, там, ну и так далее. Да? Это проблема. И Азербайджан эту проблему хочет решать. Потрясающе было интересно. Я смотрел также, конечно же, интервью Алиева. Потрясающе интересную вещь он сказал. В общем, тоже не бином Ньютона, в общем, понятно, да, все всем нам понятно, да, но он это сказал открытым текстом. Он сказал, если арцахцы, карабахцы, там, неважно, будут, хоть армяне, уезжать из Карабаха, то им дадут эту возможность. В этой одной фразе две мысли содержатся. Первое. Это никакие не экологисты, это подчиняющиеся мне люди, что, в общем, и так, конечно, понятно. И вторая, мы хотим пустой Арцах. Очевидно совершенно. Это ясно, я повторюсь, и до этого было ясно, и потом будет ясно. Но на сей раз это было даже сказано. Ну хорошо, окей. Что в этом смысле могут делать арцахцы? Они это, вы знаете, нам сказали. Они нам это сказали на митинге. На том митинге, который был вот совсем недавно, до Нового года, на этом митинге было сказано фактически, мы не готовы кончать жизнь с групповым самоубийством. У нас есть некая воля, и мы эту волю демонстрируем. Это совершенно не означает, что все получится, как не означало, что все получится в 1988 году, как не означало, что все получится в 1991 году во время операции «Кольцо». Армения же переживала. Просто я понимаю, что я говорю с очень многими людьми, для которых то, что я сейчас скажу, будет какой-то страничкой из истории, которую они, наверное, плохо учили, или там недостаточно хорошо знают, или папы с мамами не рассказали. А я помню, я старый. Блокада уже была. А во время операции «Кольцо» какое было состояние? А в 1992 году, когда азербайджанцы захватили больше половины Карабаха, а когда между Карабахом и Арменией не было сообщения, летать можно было только на вертолетах, а вертолетов не было. Каково было положение? И так далее. Да? Но тогда была мощная совершенно воля. Воля не властей. Воля общества. Общество было и в Армении, и в Карабахе, и в Спюрке. Я же из Спюрка, я тогда жил в Спюрке, я никакого отношения к Армении не имел, кроме этнического, естественно, да. Я армянин этнический, но был гражданин другого государства, жил в другом государстве и так далее. Но нет. Государство поначалу было одно, Советский Союз. Вот. И так далее. И оно было, и эта воля привела к тому, что совершилось чудо 1994 года. Трудно сейчас с этим, да. Եվ վերջին հարցը, մեր ժամանակը սպառվել է, Փաշինյանն ասում է բոլորն առանց բացառության Արցախը համարում են Ադրբեջանի մաս, եւ որ մենք պարզապես պրագմատիկ չենք եղել, թե ժամանակին, թե հիմա ճշմարտություն կա ասվածի մեջ։ Հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, այս տեսանկյունից դիտարկենք, որ մեկ ամիս շարունակ ճանապարհը փակ է, ու այդպես մնում է, այսինքն որևէ կառույց, թե մենք խոսեցինք այս եթերի ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ աշխարհն էլ է հաշտ, միջազգային հանրությունը այսպես հավաքական, եւ Ռուսաստանի նկատի ունենանք, եւ Արևմուտքը, եւ Եվրոպան, եւ Եվրամիությունը, բոլորը։ Узнайте, сравнительно, тут уже я не буду обращаться к древним временам моей молодости, а обращусь совсем к недавним временам, которые помнят любой, наверное, зритель, тот, кто будет нас смотреть. До нее, до 44-дневной войны, мировые силы вели переговоры. В Минской группе были сопредседатели, в числе которых входили 3 постоянных члена Генеральной Ассамблеи ООН. И они, я извиняюсь, что они обсуждали с Азербайджаном и Арменией? Разве не карабахскую проблему? Если весь мир принимал, что Карабах... Понимаете, формально, ну да, конечно, независимость НКР никем не была признана, включая Армению. Но эта проблема считалась спорной. Вокруг того, чтобы эту проблему решать, существовали специальные институции. Они эту проблему обсуждали. Проблема статуса Нагорного Карабаха лежала на столе переговоров. Очень по-разному, с очень непростыми вариантами. Но этих вариантов были десятки. Десятки. И эта тема обсуждалась как тема о том, каким образом будет существовать будущее Нагорного Карабаха. Сейчас это не так. Сейчас ситуация другая совершенно. И это является результатом 44-дневной войны. Элементарно. Все, что сейчас происходит, это результат 44-дневной войны. Говорите, время кончается. Да, я одну отсылку сделаю. Вот в 2014 году в Украине случилось то, что там случилось в 2014 году с этим Донбассом, затем с Крымом. В 2022 году началась широкомасштабная война. Этот период с 2014 года по 2022 год украинцами был отработан почти по максимуму. Ребята готовились к войне. Институционально создавались вот эти полки, создавали АЗОВ там и так далее, создавалась вот эта масса людей, которые это может делать, технически делалось это все, проходили через специфические, очень иногда довольно тяжело об этом говорить, но способы подготовки этого. Духовная ситуация в стране менялась, люди другим образом ориентировались, идеологически ориентировались. В результате этого к 22 году украинцы подошли способные делать то, что они делают, при гигантской поддержке Запада, естественно. У меня вопрос: если бы на 44-й день войны, начавшийся 24 февраля, украинцы бы сказали: ну окей, хорошо, отдаем вот это все и еще чего-нибудь по какому-нибудь договору и уходим. Что бы было? Я не знаю, как окончится еще украинская война, подозреваю очень сильно, но не знаю. Но то, что Украина показала, что она этот урок выполнила, не урок перед тетей или мамой, а урок перед самой собой. Это, мне кажется, факт. Как минимум с 16 года, а между 16 годом и 20 было 4 года, очень немало. Я уже не говорю о том, что гораздо раньше. Такой опыт, понимание это было в Армении, наверное, у каждого человека. Но ведь совершенно все было очевидно. Говорилось нам об этом неоднократно, открытым текстом, показывалось, делалось и так далее. Но этот урок не был выполнен. Ну, хорошо, я понимаю, что сейчас это гораздо-гораздо сложнее. Но начать-то, может быть, нужно. Շնորհակալություն, հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը գալայի եթերում կարևորի մասիններ տաղավարում այսօր մեր հյուրներ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։